que il nous peut nous raconter ce qui pourrait préparer la Crona et le cambiamento di bicicletta. Сегодня уже не так нервничал, как на последней разделке. Подошел спокойно. Ну, на таком уровне я первый раз, получается, еду, и для меня это ново. Это была моя ошибка. На вершине горы надо было чуть-чуть расслабить ноги, чтобы цепь прошла хорошо, но она запуталась. И пришлось поменять велосипед, но все спокойно прошло, быстро механики поменяли велосипед, все без проблем. Ну, я на это не обращаю внимания. Главное то, что я иду ровным ходом, правильной целью, то, что шел именно к этой цели, я его достиг. Теперь будем ставить выше планку и достигать уже выше. Thank you so much and congratulations to you.